Всем привет! Вы на канале Криптонация Лайф. И сегодня на рассмотрении проект Интервалью. Погнали! Криптовалюта и блокчейн очень быстро ворвались в нашу жизнь. Первый блок биткоина был добыт в январе 2009 года, и с того времени очень многое поменялось. Блокчейн 2.0 и 3.0 уходят в прошлое, и на арену, исключая предыдущие провалы и неудачи, врывается блокчейн 4.0. Intervalue – проект блокчейн 4.0 со скоростью 1 миллион транзакций в секунду, который направлен на создание первой надежной интернет-инфраструктуры для интернета. На данный момент проект разрабатывается и будет доступен в ближайшем будущем. Команда Intervalue вкладывает все усилия для создания идеальной экосистемы, которая может поддерживать децентрализованные приложения для обширных промышленных приложений в области развлечений, здравоохранения, финансов, цифровой валюты, цепочки поставок, права, энергетики, социальных сетей, интернета вещей, сельского хозяйства и многих других. Intervalue пытается решить ограничения существующей интернет-архитектуры. Например, такие как небольшое приложение, низкая транзакционная пропускная способность, высокая комиссия, уязвимость для квантовых атак, расширенное время подтверждения, плохая анонимность, требуемая емкость хранилища, отсутствие совместимости и многое другое. Цель проекта состоит в том, чтобы преодолевать основные технические проблемы, построив базовую инфраструктуру, охватывающую все области на экологическом уровне. Также Intervalue внедряет новую структуру данных под названием HashNet, которая повышает эффективность и безопасность хранилища данных, а также уменьшает пространство памяти, необходимое узлам, что позволяет освободить жесткие диски пользователей в отличие от предыдущих блокчейн-проектов. Команда не собирается проводить ICO, а частная продажа только закончилась. Быстрое подтверждение и высокая параллельность транзакций, приложение, которое может соответствовать различным промышленным функциям, защита от квантовых атак, анонимность транзакций и экологическая мотивация – все это и многое другое. Проект Intervalue. Всем, кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем битка!